Так, здоров всем, ребят. Я здесь, я с вами. Всех с 1 декабря поздравляю. Хотя что поздравлять, зима началась так-то, да? Но это неплохо, как по мне, это очень даже хорошо. Потому что время в любом случае идет. И пойдет далее. В каком темпе, хз. Сейчас я быстренько выпью для суставов, короче, свои темы. И мы продолжим. Так. Начали карты черкать уже. Здорово, Акира, чуть сильно тебя поздравляю. Чуть тебе девочка 400. Да это уже богатырь практически. Ну, молодцы, вот 4 это вообще. У меня максимум из моих знакомых 3 есть. Ребенка, как бы, ну, то есть, больше ни у кого нету одних там, как бы, ну, то есть, людей, с кем я в институте учился, но для меня это уже рекордно, как бы, 4 это красота, конечно, не знаю, как вы там управляетесь со всем этим делом. Так, короче, сейчас я все перепроверю, пацаны, как работают. Твич идет, да, идет. Твич отлично. Hellraiser у нас сейчас будет биться. Против кого он там будет биться? Против Зеста. ПВП первая игра у нас. Ждем, ждем, ждем.
В общем, ребята, ждем про начало игр мы. Чё добавил тебя в друзья-то, Акира, что тут делать? Ну что, поехали, ребят, какая тебе разница, есть там я в списке стримеров, нет тебе меня в списке стримеров. Не вижу разницы никакой. Я не заморачиваюсь туда даже добавляться. Это в группе один вопрос, кто займет второе место, а группа первое это займет. Привет, Джонни Сек, привет всем. Hellraiser против Zest у нас первая карта. Ну, Hellraiser вообще по коэффициентам там на него 1.05 везде. Ну, я не знаю, PvP да, может, но вот с тиранами ему прогнозируют, что он круто сыграет. Ну, посмотрим. Так. Интересно, Hellraiser здесь поступает, посмотрите. Заблокировал проход, чтобы пробка здесь не ушла никуда. И зачем-то здесь пилон делает, и зачем здесь пилон-то делает вообще? Какой в этом прикол, вообще не знаю. Здесь у нас Twilight есть, пилончик. Кстати, Нексусу не мешает ли этот пилон? Ну, вроде он лезть должен, а Нексус сюда. Попер Даркшайн, делаются фениксы. Здесь адепт приходит, Hellraiser пилон ставит, пробку потерял. Ну это, блин, ну ема, ну что это за контроль тут дон, ну такой. Отведи пробку подальше, ема, закажи пилон вовремя, я не знаю, в чем проблема-то. Дест играет в Darkshine, ребят, и похоже, что
Hellraiser не очень-то к нему готов будет. Почему? Здесь сейчас новый пилон будет заказан, а у Hellraiser нет роботикса. Хотя вот сейчас пошел. Ну, может успеть, да, к Даркам робо, в принципе. Здоров всем на СК2 TV на Good Game. Не знаю, кто сегодня, не сегодня писал. Вот. Телепортация завершена. Так, ну тут что-то здесь Hellraiser'а беднягу гоняет по всем направлениям. Я что-то не понял. Нахера здесь слил Архона сейчас вместо Дарков, как бы. А, Опс уже здесь есть, но Архон, кстати, против Феникса неплохо зайдет. То есть можно прийти и начать кушать, как бы, активно здесь. И сейчас плюс 4 гейта здесь уже будет скоро. И будет блинк. При этом всем, прикиньте, вот если бы Hellraiser сделал контр Дарков, например, как бы. Он бы выиграл бы сразу бы просто. Да фениксов надо сбивать, да ё-моё. Здесь тоже. Хотя не здесь отступил нормально. Блинк через 10 секунд вообще. Тут Hellraiser и Mortal пытается развести Зеста. Проблема Hellraiser в том, что у него всего один гейт, как бы, и он фениксов еще по КД не строит, получается. Если бы у него было бы сейчас побольше фениксов, он бы мог бы, допустим, 5, он бы всех почти сталкеров поднял, и да, был бы какой-то шанс. А так, конечно же, Зест здесь с блинком продолжает давить и морг убивает. Фениксы бездействуют, это кривой контроль называется. Бегает Hellraiser. Ну, пилоном здесь увидел, что Феникса строится. Вот надо смотреть, он уже Даршайн после пилона влепил или до, как бы. Вот тут чешется такое. Хочу. Заловил на сяру. Наглую на сяру. Заловил ее. Здесь вот такую на сяру наглую. Кто у Hellraiser это на картинке, я даже не знаю. Так, сетка в описании в восклицательном знаке, ребят, не надо мне задавать, кто с кем играет, открывать сетку, смотрите просто. Сегодня группа С играет, я уже все говорил вообще.
Ну все, вторая карта Hellraiser Zed. Здесь понятно, что Zed фаворит. Все-таки зеркалка, здесь никаких перекосов нет. Посмотрим, как Hellraiser отыграет с тем же Innovation, с Рогом. Да и с Zed еще не все окончено, конечно же. Чуток ФП, сейчас я быстренько. Здесь шампиньон. Как Спартак шампиньон. Видеопоиск. Кто помнит, так его там бегал, чел орал. Также можно поорать про Зест, побегать. Так, батарейка Hellraiser влочит здесь. А смысл сейчас батарейкой влочить? Она же сотку стала стоить, как и пилон. Поэтому смысла нет никакого в этом. Если бы она 75 стоила. То есть пилоном, батарейкой, неважно. У Зеста Stargate в этот раз у самого заказан. Но Hellraiser и Stalker Sinclair строятся после двух сталкеров. Хочет он, чтобы иллюзии вперед когда-то там полетели. У Зеста подобный билд, у Зеста тоже сталкер с Sinclair. Только у него почему-то два сталкера вообще. Так, иллюзия Оракула от Зеста полетела. Начало иллюзии напугает, потом реальным залетит. Петрец. Ничего не скажешь, где Зест. Прогнал Hellraiser иллюзию. А здесь настоящий уже висит. А, посмотрите, здесь хитрец. Он двумя оракулами сразу собирается врываться после иллюзии. Это жестоко. Если Hellraiser не среагирует сразу четко, он может потерять рабочих с десяток. Вообще моментально практически. У него все сталкеры вообще на второй. Посмотрите, ну какое распределение. Здесь одна сентря, а на мейне одна сентря, а здесь сталкеров 8 штук. Ну что за бред? 7, точнее, извиняюсь, не 8. Сейчас минус сентря будет и минус рабочего. О, Hellraiser молодец. Понял, что как-то криво он все поделил. То есть здесь Зесту выгоднее одним было, раком, конечно, лететь. Прилетел, у Hellraiser все спалил он, в общем-то.
Ну, летает еще Таракул, пока ничего не сделали вообще. Хеллрейзер больше лимит, а все, у него блин готов. Теперь можно и ловить. Ну нахрен, блин. Просто не пойму. Вот есть у тебя блинк, постой спокойно. Оракулы вылетят пачкой, все блинкнул, с одного забрал. Хеллрейзер куда-то там двумя сталкерами сразу пошел, непонятно куда. Ведь понятно, что оракулы где-то по периметру вот так вот курсируют. Сразу блинк спалил, здесь уже никуда не полетит еще. У Зеста чарж, иммортал добавляется. Может быть даже пару он построит, я не знаю. Плюс один грей готов, наверное, призма сейчас будет заказана скорее. И архивы темпларов, то есть это... то есть это зилоты, архоны и мортлы. А у Хеллрейзера очень интересный юнит строится, дестабилизатор. Ну, ПВП пока не видел я особо дестабилизаторами. Строил у нас кто-то против этих... против Люры, там Шоутайм строил против Люры на Весге, я помню. Дестабилизатор против Зерга, но ПВП что-то особо не видел. Хотя масс дестабилизаторов ПВП, наверное, до сих пор должны решать, мне кажется. Главное, чтобы было чем их прикрыть. Другой момент, что у Hellraiser, посмотрите, у Зеста плюс 2 уже наполовине, а у Hellraiser стоит фаржа, которая ничего вообще не делается. 100-100 даже он не потратил и не заказал атаку. Это ужасная ошибка, на самом деле. Отставание по грейдам серьезное будет. Могло бы не быть этого отставания большого такого. Зест вперед пошел, чарж у него готов. Тут три батарейки аж целых строятся. Надо бы пилон под них еще один клепать, наверное. Сейчас дестабилизаторы еще выйдут. Ну, у Hellraiser хороший лимит. Кстати, у него лимита больше. То есть, в принципе, он сейчас может детство держать, как бы. Другое дело, вообще-то нету этих. Неплохо. Трех белков Hellraiser забрал сейчас. А почему бы и нет? Хорошо. Хорошо. Пока что детство прилетает нормально. Посмотрите на лимиты. 124-88. Эту карту надо брать Hellraiser. Я тут только так могу сказать. Вов4к.мелко переподписан 5 месяцев. Вов4к, ты чё? Так, смотрите. Видит здесь, что происходит? Да, видите, смотрите. Минус архончик здесь тут. На мейне приходят зелки на мейн сейчас. Сентрия, филду ставь, филдой с сентрёй. Чё-то я заговорился. Фил с сентрёй, конечно, надо было ставить сейчас Hellraiser. Да призму надо сбить, сбивает Hellraiser призму. Здесь в это время здесь какой-то нелепый прессинг устраивает. Почему нелепый? Потому что здесь три юнита пришло просто. И что-то они хотят доказать Hellraiser, здесь эти три юнита. Он просто минусует их сейчас. Он минусует на мейне все. Но потерял 19 пробок, это было вообще лишнее. Но 54-13 по боевому, я извиняюсь, надо идти и добивать этого мертвеца просто и все. Как мне кажется. Hellraiser, еще модная призма какая тут, кстати. Между прочим, сколько у него гейтов вообще у Hellraiser? 4. Вот это косяк очень серьезный. 4 гейта, это смешно. Четвертый Nexus надо повременить с ним было. Сейчас заказать хотя бы до 7 гейтов. Там. А лучше до 8 сделать. Потому что тут сталкеры дестабилизатора. Нужно же добавлять такое гигантское преимущество. Нужно как-то закреплять, чардж делать, грейды делать там. Иммортлов делать, архонов делать. Все стандартное. Плюс вот эти юниты, которые очень сильно решают. Вот полетела эта модная призма вперед. Как компания она, по-моему, похожа, да? На призму из компании очень сильно. Блин, Hellraiser все дестабилизаторов масит. Куда ему столько много-то? Пробочку минуснул. Призма что-то стоит. Что он там стоит, не пойму. Феникса минуснул раз. Зилку по архону прилетела. Призма, где она? Вот она висит, просто абсолютно бездействует она. Целиком и полностью. Да взрывать надо хоть зилота, хоть что-нибудь вообще надо взрывать Hellraiser. Пошло. Вот это хорошие залпы были. ЭГ здесь пишет, приуныл что-то.
1-1. Молодец, Хеллрейзер. Карты надо брать. Может, из группы выйдет даже. Из такой компании из группы выйти, это уже победить, считаю, что. На самом деле. Innovation Zest Rock, потому что компания, извиняюсь, это очень серьезная. Компания такая собралась здесь. Так, прыгаю в игру. Ну что же, опа, что-то я туплю. Не туда прыгнул. Такой PvP микс имов не добавляют. Да в то ты говоришь. А я думаю, добавляют. Просто съезжают с дестабилизатора, выходит стандарт, если не пробить. И все, только на грейды делать. Ну тут слишком преимущество было хорошее, чтобы его отдать вообще. Все нормально, я там отвлекся на секунду. И зашел, а тут еще Зеста до сих пор нет, что самое интересное. Не знаю, почему он отсутствует.
Так, секундочку, ребят, тут пришел, даже не знаю кто, погодите. Так, привет всем. Саня заходил, пять нахуй стрелял, а у меня и мелочи нет особо. Вот. Фух. Кочезест ливнул куда-то, и никто не знает, почему, куда и почему, и как. Во, вернулся Зест. Нормально. Не, ну кореец не может пропасть как бы так просто. Это все-таки кореец. Отлично. Джест пришел. Один на один, ребят, поехали. Если Skullraiser выиграет детство, будет весело, конечно. Потому что, как некоторые вчера говорили, Skullraiser может сбрить Innovation. Ну, посмотрим. Точнее, об этом кто у нас говорил? Об этом... А, Вердос говорил, что Ютермал сказал, что Skullraiser может сбрить Innovation. Вот так вот. У меня по этому поводу большие сомнения, не думаю, что настолько имба, что Hellraiser, ну что там, тираны так ослабели, но с другой стороны, Hellraiser игрок-то не слабый совсем, у него говорили там что-то больше там 6600 или 6700 ММР, что-то этого гигантское количество ММР на Европе, по крайней мере, вот, и может быть он и готов и пробрить там Зеста вполне, в смысле Innovation. Короче, будем посмотреть, что называется. Все, так, а, все первым играют Зест со всеми, как бы, Hellraiser, потом Рогом, потом Innovation, потом Innovation, Hellraiser, Рог, Hellraiser, Рог, Innovation, вот так у нас. Такой у нас будет распорядок сегодня. Порядок матчей. Ну что же, посмотрим.
Интересную тему Дизест отыгрывает. Прокси Старгейт, самый ближний к Хеллрейзеру играет. Будет ли он готов? Я хз вообще. Вот. Не знаю, о чем вы там говорите. Хеллрейзер прошлую игру разгромил Зеста в хлам. И благодаря дестабилизаторам, между прочим. Вот куда тут пошел Хеллрейзер, что-то проверяет. Найдет Прокси Старгейт, интересно. Не, он так что-то рядом тут ходит. А что он здесь ходит, я не понимаю вообще. Так, батареечку Hellraiser решил напилить. Куда там сталкер? Паш, че он бегает зад вперед? О! Прилетел оракул, добегался. Куда убежал? Че он убежал-то? Ну здесь же ходят два сталкера. Стой ты на мейне. Никакой информации нет. 7 пробок, как с куста. Ой, это провал вообще полный. Ну да, в такой ситуации с Зестом это печаль, ребята. Ну, Hellraiser, блин, прикиньте, 7 плюс пробок сейчас иметь. Так у него вообще просто прекрасно все было, даже несмотря на то, что Nexus хуже. Блин, делается, все делается. Оракул фиг с ним там вообще. Вот они залетают, сейчас минус сталкер, кстати, будет дамаженный. Ну, этот живой-то уйдет, конечно. Густы все идут и идут на мейне. Ну, тут уже сильно отставание. Тут здесь по экономике уже здесь вывозит очень серьезно уже робота. У него как бы оракулы все живы. Отгоняет, в общем-то, Hellraiser оракулов по чуть-чуть. 37-28 на 9 рабочих Зеста больше. Это очень плохо, конечно. Ну, 9-10, причем иногда, вот даже как сейчас получается. Тут робо пошло. Зест делает глефы, ребят. Но это будет какая-то атака на Hellraiser, какого рода я в КХЗ, но учитывая преимущество по экономике, преддых уже. Привет всем, пацаны. И на Твиче, и везде, короче, скатывать и Good Game. Короче говоря, здесь будет пуш от Зеста. Почему я так думаю? Потому что глефы и плюс 4 гейта. То есть он понимает, что оракулами Hellraiser нанес урона много, делает 8 гитов, даже газ 4 не ставит на второй базе. И это будет выход, 2 имморкала, пару, 3 сталкера, 2 оракула, и сейчас адепты голые будут варпаться. Привет, Ремс, привет всем. Насколько этот пуш будет успешным, не могу вам сказать. Почему? Потому что вообще Hellraiser как бы третий Nexus, например, ставит. По рабочим более-менее вровень идет, да, по боевому лимиту отстает. Если бы вот это здание было раньше намного заказано, и хотя пару дестабилизаторов Hellraiser смог подстроить, может быть, он отколупался бы, отковырялся бы как-то, я не знаю, но я боюсь, что он даже с парой-то не факт, что отбился, потому что здесь адепты влетают, принцип действия дестабилизаторов теперь другой совершенно, и я боюсь, что здесь, ну, тупо не хватит сил Hellraiser. ГГ, он вообще даже не стал сопротивляться. Ну, он понял тайминг, как Мзест идет сюда.
Каре, го-го, говорит, где строк дальше у нас будет? Ну, идем на Корею, да, если такой у нас. Че, я нажал, не понял? Какую-то хрень нажал я. Сам не понял, если честно. Так, ну что, все пришли сюда на корейский сервер сейчас, и все в порядке стало, соответственно. Так, рекламку пельну. А рок здесь вообще? Ну, если это не рок, ну это, по-моему, не рок вообще. Так, пост создан что-то, а вот все подчеркали, они карты молодцы сейчас. Зест против Рога, это очень сильный матч, конечно, будет. Хорошо, что Хеллрейзер карту взял у Зеста, если выиграет, кого-то есть шанс выйти.
Как зерги между планетами перемещаются? Ну, поиграй в компанию, то вопросов глупых не будешь задавать просто. Там есть про это, про все. Другой вопрос, если задаться, как они это делают там вот, вот то на том, на чем они перемещаются, вот это другой вопрос уже. Ну что, Зестрок у нас начинается. Ну все, первая игра началась. Смотрим, здорово, Бруклин. Ну а если, например, компании нет, кстати, по поводу вопроса, можно посмотреть запись компанию, как я проходил, например. Ну или кто-то еще, не важно, кто, мне очень все равно. Вот. И он даже в чате отвечает. Но только не в одном Левиафане. А в Левиафанах. Ну что это такое? Надо компанию играть. Даров Скайфай. Мириады лингов рядами стоят. Ну, посмотрим. Если ты про игру, если про компанию, то стоят. А вот в игре у Рога тоже бывает. Линги прут просто по сотке плюс заказано. То есть очень круто. Здесь сыграл, посмотрите, пилон гейт, гаснекс, кибернетичка через адепты, потом сталкер и в Твайлайт. А Рог играет без скорости овером. Значит, Твайлайт сразу он не спалит. А тут, похоже, Дарк Харас какой-то будет здесь, или Дарк Архона Харас, не знаю. Третий урок достаточно ранняя база, кстати говоря, надо бы ее как-то это прикрывать ему сейчас. Вот овер залетает, смотрите, сейчас он все спалит вообще, вот здесь-то так все стоит откровенно, все открыто абсолютно. Залетает овер, будет рок улетать, но он уже не улетит отсюда, это стопудово. Адепт вернулся с задания, разведданные получил. Так, пошло три дарка, посмотрите, лейера нет, спорки на третий нет и на второй. Посмотрите, Рок как оборзел, он все прекрасно видел и не заказал спорку. Да режь ты хату, куда ты побежал-то, ё-моё, вот, вруби мужчину здесь. Что ты за такой этот, нелепый. Опа, а чё он по одному прямо, или так они засадились резко?
Дарки сели в призму, в смысле, они по очереди так прикольно садились. Минус хата и урока, плохие времена наступают. Зевс прилетел, он не только рабочих убил, он ничего не потерял. 4 дрона, хату, линк ховер уже в этой игре потерян. Еще архона харас будет, можно вот этих ховеров собрать будет. Еще один вот доброволец здесь на то, чтобы минуснутым быть, висит. Да, еще один овер-минус. Что там зерги не используют? Мне вот нравятся эксперты, которые вообще во вопрос не разбираются. Наверное, даже в компанию не играл, а что-то в чате лепят. Ты в компанию для начала поиграй, а потом увидишь, что там зерги используют где. Так, минус криптумора, минус линги. Третий Некс начал качаться, лимита Зеста больше, имморталы строятся, плюс один, чарж вообще, все делается, урок только хатка восстанавливается. Парабан более-менее ровно идет, но поверьте, с хорошим процессом это так себе. Пошел выход со стороны Зестана. На плюс один. Сколько гейтов у него? 7 есть. И 2 строят. Чуть 9 будет сейчас гейтов. Это много. Здесь Рок один зассал, правда. Вот почему Зест 9 строил. Чтобы было 8 даже, учитывая зассанное. Зест 3... Точнее, засылают Караптора. Здесь оверсир какой-то блевотый на это. Нарыгал, короче, на гейт. И, видите, все заблочилось. Наглухо в итоге. Ну так ему юнитами оверсира не подрезать, потому что ДПС маловато. Немножечко отпустил Зест, но в итоге все-таки решил забрать. Что-то я смотрю, так подлагивает, а пинг-то действительно присутствует такой. 430 я смотрю. Продолжается Архон Харас. Кстати, у Зеста до сих пор 0 юнитов потерянных. Хочу ваше внимание на это обратить. Видите, полторашку забрал у Рога, а сам 0 потерял. Самое главное, что в эту полторашку входила база вот та вот. Отмененная. Зестом. Так, сейчас я проверю. Чуть, мне кажется, стрим где-то врублен, не? Конечно. Скадывайте, видно, все врублено само по себе. Так, лишку закрою. Месторождение кончилось. Надеюсь, тебе есть куда расшириться. Как-то лагает. Жестко пробивает Зест камни, Рок идет вперед. Зест это видит, что у меня пинг подпрыгнул вообще. Почему? Так, 200 рога, здесь 160, как так получилось, я даже КЗ, но по технологиям здесь, конечно же, в очевидном плюсе здесь. Но у рога делается очень важные сейчас юниты, это, точнее, не юниты, а здания, благодаря которому очень важные юниты можно будет делать, юнитов. Это будут люркеры в ближайшее время, но успеет рог них выйти, не успеет. Если здесь примет бой раньше, то может здесь развалить. Зест боится очень сильно бой принимать. Я не понимаю, почему он так прям сильно боится. Тем более, там зелки с тыла сейчас могут зайти в эту гидру. Во всех юнитов этих призма летит вперед, призма сливается. Какие же штормы ложатся плотные.
Иммортлов здесь 7 штук. Все, Рок уже бежит. Полиамид тут он и не в плюсе особо остался после этой битвы. Хороший фаербол, минус все штурмовик. Вот если бы здесь призму сейчас не слил, он прям вот сюда бы варпанул 9 делков, либо архонов каких-нибудь, я не знаю. И просто убил бы Рога. Ну, блин, он призму просрал. В итоге ему нечем здесь наварпаться просто. Он пришел, что-то подрался, и что, сейчас еще отступать будет? Да, похоже, что здесь будет уступать сейчас еще. Да. Ну, в любом случае, у него нормальная технология. У него плюс 3 сейчас будут грейды вообще. Он их повел, хрен его знает. Есть энергия у штурмовичков? Да, начинает энергия появляться. Что здесь делает вообще? Просто понятия не имею. Че он бегает-то взад-вперед и разваливается? Пойди ты уже убей его, наконец-таки, блин. Ходит, что-то тупит, блин, за... Вообще на муви сливается. Вот люркеры здесь появились. Белки пришли, куда они впрыгнули сейчас, я не понимаю. Зачем они туда впрыгнули? Так, фидбэки какие-то... Вот фидбэки здесь на... Оверсиру, у которого нет энергии кидать, успевает прям на ура. Призма еще одна минуснулась. Да, еще только что одна призма слилась, но здесь с другой стороны какое-то забегание сделал. У нас не показывается счетчик потерянных рабочих, а здесь зелки-то унизили просто. Куда счетчик делся? 30 рабочих сейчас Рок не досчитался буквально вот в этой движухе, кстати говоря. Тесто идет вперед сейчас. Видит, где люркеры находятся. Будет дальше атаковать. Не, пока не атакует, а смысл ему атаковать. Нет, как будет. Лимит рабочий хороший. Люркеры прям под миг Тесто вкопали. Здесь очень много ему. Здесь просто в хлам все забревает. И Рок пишет ГГ. Наконец-таки понимая, что здесь без шансов абсолютно для него. Ну что, вторая карта. Зест 1-0 повел. Зест Рок. Битва на променаде она называется. Поехали.
Ну что, Пул первый урок в этот раз играет. Дест пришел и сразу это разведал. У него пилон гейт сверху, как бы, да, ставится. Нексус пока он не ставит. Ну, чуть позже закажет, конечно же, Нексус. Хатка пошла. Пилон гейт гаснекс кибернетчика, видимо, билд. Я не думаю, что Дест будет тут кибернет. Куда Нексус ставить, смысла в этом никакого не наблюдаю я. А, вот как. Здесь же еще Нексус-то не простой, а золотой обычно ставят. Вот в чем дело. Разведывают тест, контролят все. Вроде как. Кто-то овнит твои зонды. Слава Деламу. Че за петушиная озвучка такая? Овнит. Короче. Третий хатен. Уруга уже ставится. Дес начал раскачивать золото. Золото пиши выгоднее, чем обычная хат. Пишу так, Дес мало рабочих привел. Вот это я не знаю, почему так мало рабочих перевел. Почему он их не бустит, тоже я хз. Золото надо как можно быстрее раскачивать, пиши. И так вот Дес получает минеральную добычу больше, чем у Рога. Но если бы он сразу проскачал, то здесь 12 было бы пробок. Было бы вообще замечательно вообще. Стенка от Деста, плотная стеночка, кстати, плюс 2 гейта поржа, сюда выхода не будет, я так понимаю. Здесь минус мул ловером. Ну, стандартно, надежно, золото окупается, золото вообще хорошо заходит. Батарейка и твайлайт здесь от стороны. Надо газ, да, заказывать, без газа печально иначе будет. Без дополнительного только на мэника добывается. Ну и, видимо, сейчас Дест выйдет в третью здесь снизу, как бы, на лоу-граунде, да? Не вижу смысла пробку пытаться здесь фокуснуть тремя собаками. Говорит же, 3 СН3 и адепт их убьют, и они не успеют пробку забрать, это 100%. Роуч ворон. У Рога достаточно ранний, но больше выглядит как оборонительный какой-то. Хотя, с другой стороны, у Деста ничего нет абсолютно здесь еще пока. И, может быть, даже Рок агрессию попытается использовать сейчас. Так, Руч Ворон и Лейер еще. При этом всем третья атака все раскачана. Уж не Нидус ли какой-нибудь Рок хочет пилить. Но Зест пролетает, иллюзия, как бы он все видит здесь, что происходит. То есть он Нидус сможет принять. Роба, гейты, все, 25 гейтов уже. Чего что, ребята? Тут же золото, оно хорошо окупается. 12 пробок сейчас на нем. Вообще прекрасная добыча. Прекрасная добыча. Плюс один блинк почти готов. Сейчас плюс один здесь еще бустанет. У него плюс два сейчас на сразу. Да, сразу же плюс два заказ. Просто по-царски вообще. Бустить надо, конечно же, побольше. Но с двух нексусов бустов немного. То есть тут есть выбор. На самом деле с двух нексусов. Дес предпочитает бустануть грейт. И я его поддерживаю в этом начинании. Почему? Потому что... Плюс 2 ранее, это замечательно. Если он будет бустить хорошо этот апгрейд, он даже раньше, чем плюс 1, сможет его получить.
Вот, бусты сейчас нереально хорошо ускоряют все. Вот. Но, с другой стороны, третий-то не раскачан Нексус. Нужно ли тут бустить так сильно? А, Зест выход делать, это блинк-пуш, но плюс 2. Интересное решение, ничего не скажешь. Надо блинка дождаться только, и тут 15 секунд. Может, бустануть еще вот этот, да, грейп, и все будет прекрасно вообще. Т4-128, близки боевые лимиты, но чисто технологии считаю. Да, вот, смотрите, вот что называется бусты сейчас. Все, плюс 2 заходит сейчас Грейтед. Остается 2 секунды уже. А здесь еще даже плюс 1, 14 секунд осталось. Вот что бусты животворящие делают. Но если бы еще Зест от фаерболов бы получше поворачивался, был бы еще больше молодцом, конечно. Ну, по-моему, ему и так всего здесь прекрасно хватает. Как этот Фил четко зашел. Рок уже там смотрел, ага, здесь агрессивно блинканул. Сейчас его можно подловить, а тут бац и Фил. И ничего не подловить. Похоже, это минус Рок, ребят. Похоже, это 2-0 в пользу Зеста. У меня такое ощущение складывается. Ну и что, отступит здесь? Да, отступит, плюс 3. В тыл полетел с сталкерами, а что он здесь собирается сделать вообще? Обойдет, возможно, да, вот через узкий этот проход. Вычистит здесь крип весь и попытается там подпрессовать. Второй робо-робо-бэй. Колоссов можно добавить, к примеру, в легкую здесь. 4 сталкеров, здесь вот овер минус, ты до этого. Здесь некуда прятаться, между прочим, оверу, можно забирать еще одного. Что здесь, собственно говоря, и делать? Почему бы и нет, и чё б не забрать? Висит овер, и забрать можно. Давайте сталкеров попросираем немножечко. Так, одного здесь отвлекся, одного отдал, но это не страшно, на самом деле, один... Юнит на такой стадии, в такой ситуации. Сейчас Робо Бэй будет. Ну, Рок пытается в люру выйти. Очень, мне кажется, очень опасно в данной ситуации. В принципе, если он выйдет в люру, у него есть шанс вообще. Опа! Понравились Зесту эти юниты, которыми... Одну игру выиграл Hellraiser, и он делает дестабилизаторов, между прочим. Ну, посмотрим, что это такое в руках Зеста. По лимиту отставание определенное наблюдается. И сейчас уже люра очень скоро будет. Правда, Рок самое странное, что даже гидре, почему он раньше не делает со скоростью, как бы гидра с плюс 2. Этот грейт, ну, все равно там несколько гидралиска хоть как будет бегать всегда, и грейт им это не помешал. Может, Рок считает это незначительным, учитывая, что он гидры много не собирается клепать. Но мне кажется, что не надо на такие апгрейды деньги жалеть. Потому что одной какой-то атакой, очевидно, после такого начального провала Рога, он не сможет продавить Зеста. Поэтому ему надо как-то закреплять здесь на дистанции. А на дистанции грейды уникальные на юниту, безусловно, решают. Что здесь делает, точно не пойму. Попер вперед, 3 дестабилизатора всего. Надо ему вообще таким миксом лезть-то здесь, не знаю. Рок бегает, с Т-юнитов вперед вообще не выводит. Ну так, себе попало. Ну, сейчас может получше бомбануть. Но вообще не долетел залп от дестабилизатора до юнитов Зеста. Но он продолжает идти вперед. Вообще одинаково почти экономическая ситуация. Это откуда? Это оттуда. Зест всех забиндил и лепит со всей кучи, как бы просто. В итоге ничем не попустили. Ой-ой-ой, как залетело-то плотненько. Люркера 2 минуснул. Зест еще 3 урога появляются. Дестабилизаторы очень больно делают. И, по-моему, здесь все ест. Мне кажется, сейчас скоро посмотрят корейцы. Неплохо работает юнит. И возьмут его к себе на вооружение. И он войдет снова в моду. Почему у меня такое ощущение? Я имею в виду дестабилизатор, конечно же. Вот. Своих же лингов фаерболами Рок минусует. Видит здесь прекрасно, где люркера зарыты.
сталкер еще тупо резать, там где-то сзади ходят вообще. Шубу сразу сюда, не напулять побольше-то, по пулях-то. Хорошо залетает, просто очень жестко. Но вот сейчас здесь, правда, с Лерой подрался, и у него тут колями очень много поминусовало юнитов. Другой вопрос, что он что-то не варпит ничего. У него там по два иммортала строится. Почему ничего не варпит-то? Он решил, что дестабилизаторов здесь будет более чем достаточно, как юнитов. Так, еле живые Люра здесь. Погибает. Ну, тут здесь по чуть-чуть забирает. Занял четвертый ник сюда. Пробки поехали, оборону там выстраивают. Это правильно, вдруг отступать придется, оборона понадобится. В общем-то, я уверен, что из данной точки Робу тяжело будет вытащить. Почему? Потому что вы видите, что Зест просто уверенно здесь разменивается. Да, лимит пока равные держится, но у Зеста экономика не хуже, чем у Роба, как бы. То есть он... Так, а чаш есть что он зелков? Нахрен ему зелки? А вот чаш только-только заказан. Ну, чаш, дестабилиза... Ой, чаш, арконы и мортлы. Пошли. Сейчас. Все, как я и говорил, с процессом то же самое можно делать. Свичку в той игре. Лейзер. Просто лейзер не делал. Он был уверен, что пробьет. Ну, там видно, может, он пробьет. Но если хочешь затянуть, надо в стандартный более-менее микс выходить. Так, блин, здесь какие-то летают, не знаю, люркеров каких-нибудь дропнуть, может, я не знаю. Здесь фотонки везде, с другой стороны, куда их тут дропать? Но в лоб зергу, понимаете, он выбежит вперед не может, он развалится, сталкеры отступят, дестабилизаторы будут атаковать и больно делать, как бы. Ох, хорошо, по трем гидральскому как влетел патрон. Вот, а это, смотрите, такие бодики идут. Прикольно, но это они с детства с скином просто. Чейнджинги тоже должны быть со скином. А то иначе только скин имба, иначе получается. За деньги имба. Так, по хате прилетает, по люркерам прилетает. Сбоку здесь все срезает. Есть архонов уже 4 штучки. Пачки в эту. Своими дестабилизаторами архонов сбривает здесь, чтобы... Так, куда он на муви пошел? Пошел на муви, но здесь с перебором юнитов. Здесь просто все сломал. 2-0. Пока что здесь 2-0 и по матчам идет. Он выиграл Hellraiser и Rogue. Причем Hellraiser у Зеста, между прочим, карту взял. В отличие от Рога. Ну что, тут с Зестом все матчи подряд будут. С кем там Зест еще играл? С Innovation, да, Зест не играл? Ну, ждем Зеста и Innovation, что тут говорить.
Ну что? Рекламку это я пильнул, обозначил так. Сейчас я быстренько позвоню, поздравлю другана с днем рождения. И вернусь к вам. Так, прыгаем в игру.
за музыка в СК2? Да просто вся музыка подряд. Просто все ставишь. Может, из первого, может, из второго. Я даже хз, что там. Именно Innovation Zest у нас, ребят, матч сейчас начнется. Всем еще раз привет. Ждем старта. В общем-то. Здорово, испанец, кстати, еще раз. Че тут сидишь все время? Что-то не видно особо. Ну все, поехали. Тираном есть теперь за кого поболеть. Тейновейшн. Посмотрим, как здесь сейчас справится или не справится с ним. Сложно мне сказать, честно. ТСМ готов. Так, ну что же, когда плей-офф будет, я так понял, что в понедельник плей-офф будет, судя по словам Вардику вчера, вот. Так, все, короче, тут, чтобы не отвлекаться сильно. Чтобы не отвлекаться, мне Twilight у Zest'а ставится, ну, а почему бы и нет? И наверняка это будет Blink, потому что через Blink сталкеров сейчас самая актуальная, в принципе, игра. Куда Zest пошел? Не надо туда заходить, а то не уйдешь вообще. Сейчас и так-то Zest может не... Хотя ни один Zest, один циклон не убьет так моментально сталкера, на самом деле. Опа, Zest заметил циклона, уходит. И на очень хотел с хайграунда его срезать, не получилось. И здесь сталкером наверх свалился, на Вейшен не видел, куда он ушел вообще. Интересная такая, как то здесь-то здание поставлено. Здесь такая площадь, которая застроена, и в ней все будет застревать. Не знаю, зачем это. Ну, что тиран, если дропаться, например, будет, а у протца в какой-то момент здесь ранжовых юнитов не окажется, тут зелки будут тупить где-то здесь бегать, а отсюда ранжовые будут расстреливать. Такие не раз примеры были, но здесь Zest играет Blink, поэтому, я думаю, это не страшно ему будет.
Опа, два... Нет, два циклона, с ними шутки плохи. Узесты гиты только-только открываются. Пытается кайтить циклонов, кстати, у него получается. Вполне даже адекватно это делать. Ну не надо до конца-то и здесь сталкеров сливать. Сейчас до варпа. Да, три сталкера здесь еще варпает. Надо привести с тыла там еще сталкеров. Опа, циклон на муве сталкера здесь забирает просто. Только два успели, по-моему, стрелять, по-моему. Еще циклон здесь минуснул. Здесь надо уйти. Смотрите, здесь раскатил на поля, кстати. Циклончика этого и ушел при этом всем. У Innovation уже танк пошел. И эта фактурка, это мех. То есть тираны играют мех против просто даже Innovation вообще. Ну, не знаю, не знаю, насколько это оправдано. Почему Био не играет там стандартная. Мне тут утверждали, что это из-за минок. Но, по-моему, минки это самая незначительная часть микса тирановского, как бы. Если мы нормально делать грейды, если либераторы с ранжом там минок пару вкопал, и все норм будет. Да или можно даже заменить на что-нибудь другое, их попробовать. Например, на каких-нибудь Ревенов там. Хотя Рейвен, что он будет делать, тоже непонятно вот в миксе в таком. Либераторов вычинивать там. Пришел здесь, заблокировал, здесь Innovation стоит рядом, наблюдает, что происходит. Две фаржи. Где, кстати, они? На второй вот они, бойцы точно. Место для фаржей не самое удачное, на самом деле, потому что если будет атака, на второй могут грейды отменить. И Старгейт дом на мэне. Что в Старгейте будет, я хз. Обсервер висит, его можно было бы разложить, он бы еще на 25% дольше, дальше бы стал бы видеть, как вы понимаете. Тут Innovation вниз спускается, просто он собирает третью здесь ставить, я так понял. Да, вот цеха уже полетела. Здесь пошел наверх, сам четвертый Нексу ставит. Опа! Ну а что, как первый StarCraft, да. Есть тиран пассивен, время есть, как бы. То есть есть и земля какая-никакая. Какая-никакая, еще и земля, не просто земля, а еще и с грейдами, с двух фаржей, например. Так почему бы и не это? Контролер здесь очень сильно, он хотел танк подрезать, не хватило одного выстрела, одного пульки сталкера. Так, Innovation пытается геликами харасить. Тут Зес сейчас почувствует, что такое не строить против мета-тирана стационарную оборону. То есть у него ни батарейки нет, ни фотонки нет. 9 пробок, пожалуйста. Зато стеночки делает. Ну, стенка-то правильно против геликов решает, но... ХЗ. Смотрите, как мигает быстро карьера. Это значит, что они строятся с нереальной скоростью. Просто смотри, пью-пью-пью. Просто вообще жесть под бустом. Так строится быстро. Две фаржи, грейды доделались. Можно сказать, атаку поля, чтобы уже на воздух давались там какие-то грейды хотя бы, я не знаю. Ну, либо 2-2 стандартно заказывать. Надо грейды делать. Здесь то и по земле, и по воздуху. У него экономики хватит. Эти Innovation рабочих уже больше. Но видел ли Innovation, то же здесь на мэне делает. Вопрос хороший, он не видел этого. Почему? Потому что ответ очевиден. Потому что у него нет в продакшене ни одного викинга, во-первых. Во-вторых, у него старпорт-то вообще есть. Фиг вам, а не старпорт. Нет старпорта пока у Innovation. А это значит, что он, если не заметит вот это все дело, и даже 4 карьера вылетит, они могут все развалить. Правда, конечно, могут быть торы там с переключением, да, их атаки типа, но торы тоже, они против карьеров, когда их критмасса накапливается, не так все будут заходить, потому что там и земля будет снизу поддерживать, и много там чего будет. Понимаю, здесь тут развесил обсервер, что мешает их... разложить этот в режим наблюдателя-то. Они ж не разложены вообще. Хорошая работа. Здесь 4 гелика сбрил. Благодаря тому, что здесь стенка Innovation, но не смог зайти. Карреров ныкает, правильно делает. Старгейта пока только 2 работает. Вторая атака на воздух, правда, уже делается. Гейтов 7 у Незвеста и один еще хоть будет 8, да? Да, будет 8 гитов, 2 старика. Гитов мало, 4 бас на штук 12 гитов, да, я так думаю.
есть еще пару этих геликов с Брилзест. Сейчас барак собьет, который висит тут рядом. Здорово, Дест Шолджер. Не модно в био. Ну да, сейчас не модно в био. Я думаю, вернуться к био рано или поздно тираны. Даже если такой же баланс абсолютно будет. Все, заметил наконец-то карьеров у нас. Инновейшн. Будет ли Зест ими вперед спешить вылетать? Не, пока не спешит. Но я думаю, на 6 карьерах можно уже и показаться. И странно, что Зест, ну, наверное, уже давно было в 5-й Никсу уходить. Че он так тянул подолго с этим Никсусом 5-м? Окружают чудо Зест и гелик со всех сторон. Зест уходит, почти все теряя. Карреры вперед полетели. Это ошибка от Инновейшн. Он думал, что карреров еще нет. Прикиньте, просто элементарно здесь взял их сныкл. И Инновейшн думает, что их нет. Надо просто увести проволоку хер с ним с этим Нексусом. Сейчас просто потеряет здесь весь... Инновейшн, простите, ну не весь, но он очень много лимит наземного потеряет. Все, складывается, уходит. Решил здесь свалить Инновейшн. И правильно делает, что сваливает. Но надо было Зесту Хелбатов как раз-таки принимать вот этими сталкерами. А танчиков ловить карьерами. Как же долго он возвращался, так что Инновейшн всем успел просто назад вернуться. А теперь уже и не хрен с ним Нексусы. С Нексусом-то с этим при таком-то раскладе. По земле-то у Зеста недостаточно, чтобы драться адекватно с этим всем делом. Но карьеров уже 6 штук, вот еще 2 подлетают. То есть интерцептором скорость вылета есть. Плюс 2 доделалось, Грейту только сейчас он доделался. Надо прилетать и убивать просто, стараться Зесту. Вот же, смотрите. Думаю. Чё это вообще, чё здесь делает, я не понимаю. Смотрите, он сейчас меху сольёт просто вообще в хлам. Почему? Потому что, обратите внимание, вместо того, чтобы блинкнуться вперед к танкам, очевидно, что же Инновейшн там зажимает. Он просто стоял сзади, что-то делал непонятное вообще. Зест начинает унижать тут просто Нексус. Инновейшн ошибку вот так вот. Я сколько тираном играл с процессом, не надо на карьеров малым количеством викингов ломиться. Есть только викингов уже столько, что ты до конца собираешься драться. Есть, то тогда можно драться, я считаю. Телепорт домой делаются. Карьеры прилетели. Инновейшн все понял. Инновейшн уходит. Карьеров 8 штук уже у Зеста. Третья атака воздушная. Шторм. Темписты погнали. По земле что у Зеста? Нексус восстанавливается. По земле я вижу зелков. Пачка такая не слабая. Чего не хотят вообще зелки? Чаржа нет нахрен. Вообще, что Зест делает уже? Какую игру? Он все матчи выиграл, но я не понимаю просто, что он делает реально. Зелки уже не первая игра. По-моему, с Рогом или с кем, или там с Хеллрейзером было. Зест просто настроил зелков. У них нету чаржа элементарно просто. И нафиг они нужны при таком раскладе. Тоже непонятно. Не мешало бы Зесту, мне кажется, сейчас Мазершип сделать, плюс Шторм, плюс Земля, как бы нормально, несколько Имморталов сюда, штучки 2-3 хотя бы добавить, они уже тоже раздавать будут по танкам неплохо, по-моему. Архонов побольше можно сделать, Поля Грейт, я не знаю, начинаю делать, третью атаку заказывать, наземную, не только воздушную. Так, Элбат, Сталкера подбревают, здесь не контролят их. Здесь какой-то контакт на центре идут. То есть Инновейшн с двух сторон здесь выходит. С одной стороны танчики, с другой стороны циклоны плюс викинги идут. Вот танчики, кстати, вперед здесь ходят. Танчики, Зест это видит и пошел перехватывать. Нужно ли вперед? Почему? Что здесь? Ну он не стал. Он отогнал, подумал, здесь с этой стороны группа подойдет и будет больно. Здесь стоят просто зелки вещи. Ну, зачем эти юниты здесь стоят? Зачем они вообще нужны? Сейчас чаш доделается, хоть часть убежать сможет, и то хорошо. Зест не может разорваться сейчас на две части, и Инновейшн уходит, разводит, просто нелепо как-то. Вот эту хрень уже можно чистой землей выбить, просто чистой землей. Зелки, сталкеры, все, даже архонов не надо. Будет пару архонов, так вообще замечательно. А вот карьер один пришел сюда. Ну, с карьером, конечно, здесь справится, здесь просто взял. А здесь просто взял и нелепо не все создал на циклонах. Здесь юниты вообще стоят. Куда он идет? Зачем он сюда идет? Инновейшн отступил, и это очевидно даже в этой ситуации, что он отступил. Но если здесь только вот эти юниты атакуют, куда вся армия это делает? Это назад ушла, блин. Так, сталкеры викингов там прессуют, кстати говоря, вместе с зилотами.
Все, Зила, ты на чажике уже. Заходит сюда. Вон, смотрите. В арморе делается дрейд второй на воздух. Почему бы не забрать? Тест решил, что лучше рабочих забрать. Ну, 7 рабочих забрал. О, заметил дрейд второй на воздух. В арморе забрал дрейд второй. Это, считаю, более даже верное решение, чем рабочий. Тут я еще бы викинги здесь не слишком мне это не разваливали. Но в любом случае тут инновейшн, смотрите. Опять же как-то расплетился, разделился. Зес словил викингов. По отдельности, пачки целой нет викингов одной. То есть Кайрер в итоге без пределя абсолютно вообще. Похоже на 1-0, 106, 175 пулемета вообще. Викингами не просто карреров, викингами и просто-то карреров тяжело бить, а карреров плюс шторм против викингов, это, извините, вообще дичь. Инновейшн пишет, несмотря на то, что вроде как прогнал Зеста, и там даже на 9 часах ему третий минус. Ну, это минус Инновейшн. Ну что, вторая игра. Так. 1-0 здесь, поехали. Готов.
Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Ну что, вторая карта. Рекламку пильну, ребят. Давно не пилил. Всех еще раз приветствую. Всех рад видеть, естественно. Зест Innovation у нас здесь бьется. Играет Innovation через мех. Конечно же, Зест его выигрывает. Против Протуса мех играть как-то прохладно, мне кажется. Но тираны пытаются сейчас, считают, что их био очень сильно ослабили. Я не думаю, что их био очень сильно ослабили, но сталкеры у Протуса усилились. Конечно, они против меха еще больше усилились, единственное. Что, потому что в мехе больше тяжелых юнитов, чем в био, например. Хотя в био юнитов-то мародер, Марик, медивак. Ну да, мародер и медивак тяжелые, даже тут КЗ. Минка, Либератор, ГОСТ, они, да, там есть еще не тяжелые. Ну, то же самое абсолютно здесь играет. Гейт в Твайлайт, в ранний Блинк, плюс 2 гейта и Роба. Считаю правильно. Если пока сталкеры сильные, надо раскрывать их, использовать. Если... Так, пробка КСМ-ку запилил. Еще и разведывательную дома запилил. Вообще печальное начало для инновейшна. В общем, надо раскрывать сталкеров. Если выяснится перекус, так Близзарды быстрее понерфят просто и все. Так, ну блинка у Зеста нет, но через пару секунд он будет, поверьте, ребят. Блин, ну как с лоу-граунда невыгодно драться, вижу, он странно. Ну что здесь делает вообще? Как можно было здесь засать этот выход так нелепо? Перезаряжалки нет, вот одну перезаряжалку построил, в 70 все перезарядил уже и все норм. Innovation не в ту сторону уехал, Зест не смог его поймать в итоге. Здесь всего один танк, кстати, у Innovation дома. Сейчас это Зест припалит. А вот он разложил апса. Видит, танк всего один. Заходи, не хочу просто. Заходи, не хочу. А вот второй вышел. Нет, теперь уже не заходи, не хочу. Пришел Зест, что-то получил дамага. Ушел. Дома здесь два пришли циклона. Минус три пробки моментально. Просто четыре. Пока Зест возвращается, потребуется время. Ну, сталкерами циклонов минуснул. В принципе, отбился достаточно легко, можно сказать. Здесь третий ЦЦХ полетел. Ну, что значит, уехал циклонами правильно, не туда. Зест не поймал. Назад циклоны ворвались, даже дохлые нанесли урона. Но при этом всем Зест мог бы успеть прийти, пока один танк там был, но не успел. Кстати, вот здесь отсюда можно на мейн заблинкнуться, очень неплохо. И Зест, по-моему, на изичах может что-то сделать. Вот он видит вообще это направление. Да, да, Зест внимателен, видит. Заходит просто сюда.
приходит к факте. Реактор минус. Танчик выходит. Да что ты идешь, боишься? Танк минус нет. Танчик минуснул. Отступил чуть назад. Еще танчик минуснул. Отблинкнулся. Вот такие отблинки опасны на самом деле для Зеста. Ушел, ушел. Все-таки потерял минимум. В плюс он здесь ворвался стопудово. И опять плюс один на воздуху. Этот раз вообще до всех грейдов плюс один. И опять карреры у Зеста. Зеста играет в первый старик. Вообще, вот это реально. В первом Старкрафте с тиранами часто так делали. То есть, с двух-трех баз, два старгейта, даже с двух баз. Ну, в первом старике другая экономика. Здесь просто две. Здесь три базы в лобби, как две. Именно потому что рабочих 12 в начале, как бы. Да, вот, смотрите, карьер этот. Густиса. Такое ощущение, что на перемотке, да, они как быстро под густами строятся. Вообще жесть. Ну, нужно плюс 2. Зест ошибается. Вот этот грейд повременил бы. Вот этот грейд, он нафиг не нужен. Он доделается, он быстро достаточно делается. 57 секунд, это очень быстро. Быстрее даже, чем карьер строится. А плюс 2 делается долго, и как раз его надо синхронизировать с карьерами. Ну, Зест сейчас заказал и бустанул. Инновейшн, как рано инновейшн сейчас светанет мейн Зесту, тут вопрос основной, потому что ему нужно понять, что именно здесь карреры делаются, и как-то под них подстраиваться. То есть Торы, Викинги, не знаю, именно Торы, Рейвены, тут предложение было в чатике, не знаю, Торы, Рейвены, да мне, мне кажется, чушь это, не выдержат они ДПС и карьер. Хотя, пока... Не 200-200, или когда у Торов грейды крутые, если будут, они могут работать с вычинкой вот этой. Так что тут дело такое. А вот это интересно, барак лаву. Где барак вообще сам-то? Вот он летает. Лаба на бараке, уж не гусли, это академия. А вот это у нас что? Так, это циклонов грейд. Это карта гнутая, смотрите, как криво обозначается грейд. Не переведен на русский. Даже. Два карьера есть. Плюс два строя. Вот в прошлой игре сныкал карьеров, это очень большой плюс принесло. Потому что инновейшн не понял, сколько их вот здесь на самом деле. В этой игре стоит, вообще ничего не ныкает. Здесь стенка абсолютно полностью закрыта. Третий Нексус, только на четвертую теперь. Тяжело рабочий переводить становится. Карь... А, вот да, гост пошел. Два карьера здесь берет сразу же вперед, почему бы и нет. Карьеров уже 4 штуки. Заказано еще 2. Надо брать все вперед. Плюс 2 сейчас на карьер доделать. Почему еще обращаю внимание, что как на первый StarCraft похоже? Да потому что в первом StarCraft'е процы заранее, если в карьер собирались входить, если у них в голове это было, они готовили почву для этого. Какую почву? Они грейд делали на атаку пораньше. Какой провал от детства? Просто сталкер в лампе слил. Зачем? Зачем ты это делаешь? Карьеров-то немного там, ё-моё, земли. Ну, здесь, ну дает, а. Карьеров всего 4 штуки, сейчас 6 будет. Взял зачем-то все слил. Непонятно зачем. Обсерверов не раскладывает в режим наблюдателя, блин. Почему вообще не понятно? Разложи, они же здесь просто висят, они больше видеть будут. Ну давай карьеров на геликах светанем. Да ну, ё-моё, вообще. Вот это кривая игра от детства. Нахрен карьеров на гелионах светить. Нахрен сталкера слил здесь вообще. Сталкеров всех слил. Все, сейчас пойдут уже противовоздушные какие-то юниты. Хотя и инновейшн, смотрю, не спешит ни старгиты ставить, ни старпорты точнее ставить. Ничего вообще не спешит делать. Здесь шторм доделывается у Зеста. На дальнем четвертом здесь только вообще газ добывается. Кстати, сейчас инновейшн всех очень пожгет здесь. Или нет, даже не стал врываться. Нет, даже врываться не стал. Здесь тоже потомка есть. Вынудил сталкеров рвануть Зеста. Еще-то танки ездят. Я чуть не понял, Innovation собрался циклонами карьер разбивать? Это что? Это типа, я не знаю, как голодовку объявил, что ли, он типа. Протестует вообще, я не понимаю. Против вот этой. Против того, что протсы имба. Может еще поплакать на стриме надо. Прилюдно там.
покаяться за грехи, что в слабеньких пробках выигрывал. А теперь вот наоборот, сказать, что верой и правдой служил тираном, а тут теперь не выиграть просто. Так, как же долго Зест возвращается сюда, это просто жесть вообще. Фидбэки пошли по гостам. Приходят циклоны. Что Innovation хотел циклонами кому доказать, я вообще понятия не имею, но они не то что карреров, они обычных-то юнитов сбить не могут. Каких карреров, вы о чем вообще, ребята? Хотя ни одного даже сбил, умудрился Innovation. Но это победа Зеста 2-0. Очевидная, да, как бы? Блять, циклоны карреров, да ну нахер, короче. Что вообще происходит? Вот реально как-то Innovation тут что-то, ну, протестует. Не, хотя с другой стороны, если бы карреров 4 было, может быть и зашло бы там несколько впихнул сразу. Ну их уже с определенного количество их просто невозможно будет убить, то есть карреры через заклик в пол будут убивать, а этими надо юнитами захватывать, контролить, плюс захват там одной цели идет, как бы, потом КД, а бывает, что циклонов слишком много, то надо несколько одновременно целей захватить, а это надо просто, я не знаю, быть каким-то шестируким пацаном. Ну и на обычно рабочий, кстати, было. Так, Innovation, Hellraiser, Rock, Hellraiser дальше у нас будет. На Америку идем.
М0РДЕВ переподписан 2 месяца. Спасибо, Мурдев. Спасибо всем. Да, Зест помог чем-то Хеллрейзеру, как бы он отдал Хеллрейзеру карту, с корейцев по 2-0 посбривал. И это что значит? Это значит, что сейчас есть, короче, шанс у Хеллрейзера взять победу и пройти, попытаться сбрить, например, Инновейшена. Ведь он в мех играет вообще. Так, хост подъехал. Погнали. Так, а сколько у нас времени? 5 часов. Надо бы Даше мне позвонить. Здорово всем еще раз. Спасибо всем за прем подписку, за все дела.
Ну что же, посмотрим, как у нас Hellraiser отыграет против Innovation. Приходят на разведку, начинают пилить КСМ-ку. Интересно, Innovation также в мех сыграет. В принципе, уровень-то у него меха опасный такой, потому что даже Zest проблемно было Zest'у выиграть. Но Zest с такими антимех билдами играл, с карьерами, вот. Умеет ли что-то Hellraiser подобное делать, это вопрос. Открыто еще пока. Ну, нужна кибернеточка Hellraiser. Сейчас он ее закажет, по-видимому, да? Да. Так, пока все стандартно. Пилон, Гигас, Никс, Кибернетка, Hellraiser. Здесь у Innovation стандартный Газбара, Клипер, Сэшку, Факту, Реактор. Пробочку нашел, подрезал. Не очень это прикольно. Конечно, что Hellraiser сыграет, интересно. Проба играет. Здесь, видите, Твайлайт первый играет с блинком ранним. Я думаю, он прав, потому что минки-то сейчас реже гораздо использовать стали. Плюс, в принципе, можно, даже если они залетели, если ты смог расконтролить, что они там залпу по 10 рабочих не принимают, то можно, в принципе, убить их нормально. Просто пора 2 рабочих отдать там на 2 минки и убить их, пока Ковичин откроется. Прилетел Рипер. Неужели 2 пробки срежут? Да, это уже третья была, учитывая разведывательную. Приятного мало, нельзя так Риперу давать на харасис. Так, дайте-ка, кстати, мне же забыл, мне сапоги надо Дашина забрать. Сейчас, секунду. Системы работают нормально. ТСМ готов. Пристройка завершена. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, все, я здесь, ну, здесь надо было даже позвонить. Так, сорбиталочка на третьей ЦЦхе, ребят. Фактурки, да, меха на вышен играет. Но у него уже третья ЦЦха, а у Hellraiser что? У Hellraiser 3 гейта, призма, варпит сталкеров, есть и морд. Что, он собрался убить с двух баз, что ли? Я не понял его. Не понимаю пока, что именно Hellraiser делает. Тут Nexus третий пошел. Ну, нет, все-таки в Nexus играет. Ну, вот, например, Supply Block сейчас схватил Hellraiser. Ну, тут есть где подхарасить, то есть можно в призму ИМА посадить, сюда привезти, с сталкерами переблинкнуться и неплохо зайти может. Другое дело, что это все с трех гейтов делается, а что с трех гейтов, там на что может хватить вообще? С пилонами что-то Hellraiser втыкает, то есть сейчас ты сталкера варпанешь, заблочишься рабочих продакшн, вот посмотрите, то есть постоянно экономику суют, тормозит сам же. Ну тут, правда, 4 циклона, а это реально много, как бы. Так, ну тут Hellraiser пришел вроде как
пытаюсь что-то... Опять, смотрите, опять один пилон все поставлен, то есть опять у него не хватает тут нормально на продакшн рабочих. Можно отменить тут и армори, грейды немножечко тормознуть оппоненту. Варпит, хеллрейзер, сталкера еще одного. Зачем? Вопрос я этот вообще задаю себе сейчас. Зачем сталкера варпить надо было? Минус 3 сталкера, короче говоря. Минус призма. Никуда уже не деться. Циклона, точнее, выпилен иммортал, выпилено все. Ну, извините меня. Мех мехом, но инновейшн-то... Инновейшн инновейшном, так сказать. То есть это вам не меха, я не знаю. ML какого-нибудь тирана с вибраладера, или там даже ГМЛ. Или даже любого тирана с вибраладера, наверное, так можно сказать. Даже ютермала, может быть. Хотя ютермал мех очень неплохо отыгрывал. Инновейшн это... Посмотрите, вот он чувствует игру, он понял. Хеллрейзер прилетел захарасить, просрал все. И при этом всем он третий некс выходит, Инновейшн подумал. Какого фига? Я буду сидеть, юнитов здесь немного, то есть тем более блин сталкера, а они в лоб вообще не могут с танками, циклонами драться. Нужно блин сталкерам добавлять чаш, нужны архоны. Все, пришел Инновейшн, сиджится, его отсюда не выиграть. Не выбить теперь будет. Танки. Все одного наверх сейчас можно танчика завести. И вообще будет прекрасно все. Все они вижен дадут. Танки циклоны. Так, ЛС идет в атаку. По одному сталкеру отблинкивает, чтобы минимизировать сплэш. Сейчас эти грамотно он это делал. Но юнитов не так уж много вообще. Фига ты орам вообще. Что-то ты там много букв написал в голосовалке, я тебе скажу. Так, по частям выблинкнул часть сталкеров лес. Хеллрейзер. Кстати, забрал здесь все. Надо уйти отсюда. Тут на блинке было уходить, наверное. Еще до варп идет. Пока Хеллрейзер держится, здесь пилон медленный. Ё-моё, он далеко от них состоит. Есть четвертый Нексус в перспективе. Но по рабочим 74 на 53 в пользу Innovation. Там 1-1 грейды. Здесь только плюс 1. Но мех это такая, такой вид игры, тип стратегии вообще. И ветка развития, можно сказать, при которой прирост медленно подходит, вот Innovation никак задавить, поэтому не может Hellraiser. Нафига он вообще строит хеллбатов и неделик, что они медленно идут в итоге, я без понятия тоже, в такой момент интересный. Так, зилки вниз идут, они без ножек, вот сейчас только ножки доделались. Хеллбаты, вон они только идут, гелики уже бы приехали бы, я не знаю, почему хеллбаты-то? Еще без синего пламени были, что самое интересное. Иммортал до минуснул Innovation, все-таки танчики. Ну, прирост какой-то гигантский вообще. Так, призма на мейн прилетел. Вот первый. Вот раньше бы, чуть раньше Hellraiser начал это делать, может и вкатило. Там и синего пламени не было, вообще ни хрена у Innovation не было, чем призму отогнать. Кстати, отбился Hellraiser дома. И даже по рабочим более-менее ровно идет. И даже у него 4 в 4 базы, но... Разве это нормальная ситуация вровень с тираном по рабочим? Лавичан Руш поддержал ваш канал на 50 рублей. Спасибо всем за поддержку. Разве это нормальная ситуация? Кстати, с первым днем зимы всех поздравляю. Скоро Новый год. Вот так вот. Что это дает, я не знаю кому, но сами решайте. В общем, это не очень хорошая ситуация, мягко говоря, для протоса. Равная экономика против мех тирана. Отставание по апгрейдам, а тут Hellraiser только с одной фаржи делает грейды. Абсолютное отсутствие стационарной обороны на 3-4 еще. Вот сюда 3 гелика, там, да даже 2 с синим пламенем сюда, 2 сюда. Это уже такая печаль будет сразу. И сразу не среагирует, конечно, Hellraiser.
А как там сразу не всегда бывает. Можно среагировать. Наши КСМ атакован. Пристройка завершена. Так, что-то тут Hellraiser сталкерами начал. Я вот не единственное, нет, сталкер юнит хороший, у него есть блинк, потому что против меха это всегда выгодно, но я не понимаю, какой пункт хара сталкерами устраивать именно. Дорогущим юнитом. Но если ты харачишь, то вот этими назад от блинкись. Нужно четко позициями занимать, так чтобы их вообще никто не трогал. На 20 пробок, на 20 рабочих плюс сюда, на 20 пробок сейчас Hellraiser стал. Вот видно, что в арморе грейды делаются, Hellraiser вообще не до армори, он даже не обращает на это особого внимания. Сталкеров увел, сейчас пятый Nexus делается, 120-157. Ну и Navage он не стал стоять в стороне, просто на месте стоять. Вперед идет. Ну и третья атака, да, делается из плюсов для Hellraiser. Но здесь-то 2-2. Тут даже хеллбатов не хватит сил у Hellraiser убить. Потому что здесь ни у сталкеров, ни у имморталов. Вот архоны были, у них бонус есть по этим юнитам. Вот. Но это все как-то разрозненно подходит. Да даже если бы вместе подошло, стоит признать, что здесь не хватило бы просто сил, чтобы это все убить. Но Hellraiser пытался. Но началось-то все в самом начале, вы помните, потерянная призма в никуда просто, ничего не сделавшая, вообще на ровном месте. Можно даже было не лететь, харасить как бы, и то лучше бы было. Просто встроил юнитов, да в лоб бы драл. Ну и далее там ошибки были. 1-0 и Navage, но это только 1-0. Вдруг сейчас Hellraiser соберется, вдруг у него какие-нибудь есть удивить, чем какие-нибудь там, я не знаю, эти улынчики интересные, там чизы, там прокси-таргиты, я не знаю что. Вообще без понятия, что, но что-нибудь может быть. Так, вторая карта, прыгаем. Ну что, вторая игра, Hellraiser Innovation, поехали. 1-0 Innovation ведет.
Так, ЦЦ-ха попёрла. Ну, газ-барак у риперов ЦЦ-шечку и инновейшена, факторку, сейчас реактор будет, там вторая депуха. Все стандартно. Хлэдзе, что газ-барак... нет, барак-газ... Пилунгей, точнее, Нексус-кибернеточка. Вот так вот можно сказать правильно. Карта у нас Одиссея. Hellraiser на 11, Innovation на 5. Innovation синий, Hellraiser красный. А Innovation 1-0 ведет. Ну, вообще, как-то странно Hellraiser отыграл. У него вообще ничего не получилось. Харас там был, как-то, ну, кривой какой-то. Не знаю, то ли пробить. Ну, хоть плюс в начале там еще по циклоны поездили. Что там? А, Рипер 3 пробки выбил. Вообще, то есть это перебор. Ну, как мне показалось, просто развивался бы вот лоб. Против мех тирана, то есть против него есть выбор, как бы. Что играть? Можно чизить какие-нибудь прокси старгиты, можно грелка пуша играть, все на базовые. Можно с двух баз, блинк там какой-нибудь пробивать с двух баз. Вообще все что угодно можно делать. Можно. Можно играть с Харасом, там, с призмом, можно вообще без. То есть можно ставить третий Нексус ранее, чтобы он уже сейчас строился, например. То есть, да, тут циклоны могут попытаться понапрягать, но батарейку поставил, там сталкера есть, но нужно играть как Зест тогда. То есть Твайлайт раним, с ранним блинком и смотреть уже, чтобы третий Нексус раньше поставить просто и все. Ну вот, не, тут с батарейкой, видите, циклоны приехали. 2 в 2 сталкеры с батарейкой циклонов разбирают. Ну, 2 в 2, блин. Было бы 4 циклона, уж никакая батарейка не спасла, но там бы и сталкера больше было. Ну, Трестра не нечто похожее на дестовский билд играет у нас Hellraiser, но все равно Twilight не первым у него идет, а Роба первым. Заранее прямо на Ocean танке здесь разложил. Ну, третий Нексус сделал. Слушайте, ну, в этой игре значительно более хорошее начало для Hellraiser. Вот он опять вперед пошел. То есть, это опять же блинк, это опять же три гейта. Здесь три танка, 20 юнитов-то боевых у тирана нет почти. Здесь бы чем-нибудь затанковать пару залпов танков, и можно будет блинкнуться агрессивно, на самом деле, попытаться. Я бы даже, может, кого-нибудь адепта ворпанул пару штук вот сюда. Допустим, три адепта ворпанул, под один, под второй, под третий танк привел, а сам сбоку блинкаешься в одного, в один танк зал под шаг, во второй там, например, и как-то вот так пытаешься сделать вообще. Ну, Hellraiser опять что-то непонятное делает. Призмы улетел. Здесь сталкеры под ЦЦ-ху подошли. Ну, ЦЦ-ху не даст, да, добывать здесь никак Hellraiser. И на вышку, ну, пока что. Но он боится, как бы, соприкосновения в лоб. Между прочим, есть опс. Вот сюда прилети опсом. Просто отсюда блинкнись на мейн. Там такой дичь начнется. Сталкеры тут за зал будут циклоны забирать. И вообще все хорошо. Призму видел, куда и на... Призма видел, куда улетела и на вышку. Правда, туретка вообще нет. Ну, Hellraiser ничего не предпринимает на эту призму. Делается чарж, делается даршан, делается плюс 5 гейтов. Собрался Hellraiser выбивать. Пытается хоть что-то где-то подрезать. Ну, барак этот, он ничего вообще не дает практически на выше. Ну, как, Vision дает и новые факторки он благодаря нему может заказать, но... Ну...
4 КСМ-ки убил, надо было сразу уйти из сталкеров, не терять против циклонов, просто попытаться. А вот это уже дарки, это уже интересно. Туреток-то у инновейшна и не сыщешь здесь ни одной. Одного дарка на третью, да, завести. Одного просто на вторую, одного на мейн. Еще два дарка делают здесь у нас Хеллрейзер. Зачем он танк бьет, правда, непонятно. Не до контроля, надо через шиф, наверное, пробок. Да не, наверное, а точно через шиф было пробок прокликать. Ай, куда дарк тут в этой скане? Вот скан кончился крайне не вовремя. Здесь-то скан, смотрите. Че Хеллрейзер творит вообще? Хорошо очень дарками он заехал. ЦЦФ убьет, блядь, просто. Мне аж сейчас выгорит у меня все здесь. Какая ЦЦ-ха, Хеллрейзер, ты чего? Вообще великолепно здесь Хеллрейзер начал все здесь разбирать. Ну, контроль дарками, я тебя умоляю, бей ты рабочих. ЦЦ-ху заберет, это еще 1-1, похоже, вообще. Очень сильно похоже на 1-1. Но еще пока это не 1-1, а против навычно спешить никак не надо. Вообще не контролит дарка, да хоть бы фокусил там танки, я не знаю, одни и те же. Еще два танка дарк забрал здесь. Так, да, призму захват не дотягивается, похоже, да. Она здесь висит, то есть она еще и сюда прилететь может. Не. Так просто не захватить. Плюс два раньше в этот раз, чем 1-1 у Хеллрейзера. 140 на 98 по лимиту. Золото вовсю качается. Еще 6 дарков где-то давар. А, ну это дома. Надо архонов слить. Чарж есть, имморталы есть. Здесь накопилось. Смотрите, сколько много у Хеллрейзера. Он этими особо юнитами и не контролил. Но я, мне кажется... Мне кажется, что Хеллрейзеру бы еще фаржу бы бустить. Вообще, пару фаржей при этом стиль, чтобы более грейджные юниты были. Хотя, с другой стороны, и плюс 2 здесь достаточно будет. Просто надо прийти сейчас и точку поставить в этой игре будет. А когда ее ставить? Кайновейшн на третью будет выходить опять? Или он вообще на третью даже не собирается выходить? Пока нет. Призму убьет сейчас викингом. На мейн она не прилетит, ничего не наварпает. Это хорошо для тирана, конечно. То есть он может сконцентрироваться на выходе на третью или на выходе вообще в атаку. Кажется, инновейшн в атаку собрался идти в улын. Так, идет Хеллрейзер вперед. Что, прям на муви решил зайти? Не-не, дружок, куда ты так идешь-то? Да вот в тыл зелков варпануть, да и идти вперед. Так, сталкеры что-то архонов не пускают, надо бы пустить. Заварп зелков в тыл. Это 1-1, ребят, молодец. Хеллрейзер взял карту у Зеста, взял карту уже у Инновейшна точно вообще. Ютербал не зря на Хеллрейзер ставил. Надо было спросить его, а жопу свою поставишь или хату? Вон, конечно, братан, а ты ему фуфу надо, что твоя жопа стоит дырявая, вот, голландская, блин, иди спи. Вот и все. Вот и разговор весь состоялся. Ну что, третью карту ждем. Еще Innovation Rock у нас сегодня будет, кстати говоря. А, ведь Hellraiser Rock, еще Innovation Rock, вот, то есть я даже... Даже вам гоню. Блин, я надеюсь, до 7 кончится. Мне сапоги надо забрать. Дашина там ремонт сдавал тут. Рядом.
Так, секундочку, позвонить надо, ребята вернусь сейчас. ТСМ готов! Так, Ньютермал гораздо меньше ваня, чем Фидера. Да я вообще не видел, чтобы Ньютермал там ванил. Но... Мне вообще это бесит, как бы, что все ноют что-то вообще, как бы. Какой бы патч ни вышел, начнут все ныть, как бы, ну, то есть. Все три раза начинают ныть, а потом уже смотрят, кто действительно там что-то тащит, ну, и тот, кому ныть не вариант, начинает сливаться, как бы, там, то есть, а другие ныть начинают. Ну, потом может все перевернуться, не суть, я вообще пошутил, на самом деле, вот. И Hellraiser еще пока что не больше Innovation, а Hellraiser пока еще одну карту взял. Ну, я напомню, что Hellraiser неплохой игрок вполне себе, да, по ММРу там и по всем делам. Конечно, он не значит, что он по силе равен Innovation, но Innovation играет мех, черт побери. Я уверен, если бы Innovation BU играл, он бы гораздо лучше сыграл вообще. Так, Twilight делает. Здорово всем еще раз, ребят. У нас достаточно много людей. У нас пятница вообще, как бы. Вот. После данного я уже практически поправился. Хотя с утра сегодня сопли были немножко, но все загустело, как бы. Ну, то есть, я думаю, завтра уже вполне себе неплохо буду чувствовать. Вот. И всех я раз в отви... рад в от... раз видеть. Раз в отвидеть, блядь. Раз видеть вас. Развидеть вас бы. Вот, рад видеть вас, конечно же. Блинк в этот раз у Hellraiser. Смотрите, вот в этот раз по Зистону он играет. Twilight в 3 гита. Ну что ж, посмотрим. Еще сидеть халява, аж 3 ЦЦХ через 2 циклона. Опа. А тут-то кажется, блин, кулын. Вот, это кажется, блин, кулын тут. Вот, но я думаю, что... Он может вкатить. Почему? Потому что прокси гейт там. Но надо-то не с 3-4 гейтов, а, наверное, с 5-6 делать его. Потому что все равно это полуолыновая такая тема. Нравится мне сегодня общение в чатике. Чистый СНГ-чат такой. А, ну тут, короче, здесь подпуш с блинком, но на... Но на выходе в третьего Nexus, что ли? Гейт открывается, сюда варп сталкеров надел. На, с блинком быстрее идти, чё так Hellraiser идет медленно? Вот Ксилнагу проверил, блинк вперед, сталкеры быстрее придут. Что есть из юнитов, знаешь, 2 танка, 2 циклона, можно ли это пробить? Ответ очевиден, конечно. Можно, но не 9 сталкерами, как я думаю. Вот, еще плюс 4 можно попытаться вообще. Неплохо Hellraiser зашел. Все слил в кал. Надо сталкерами выйти. Нужен доварп еще, да, плюс 4. Сейчас танк еще выйдет. Танк еще отфокусим. И циклончик, и все.
Но нужно ли... А, Hellraiser не показывает, что у него здесь, похоже, есть этот... Гиты прокси. Надо еще одного доварпа подождать. Зачем вперед? А, ну он занимался дома какой-то там обороной, получается. Hellraiser пришел. Вот еще доварп, и можно убить вообще. Просто можно убить. Ну что он творит-то, Hellraiser? Блин, вот он же видел количество юнитов. Он знает, бил. Третья цеха стоит. Понятно, что тиран в хлам здесь халявит. Ну, Hellraiser предпочел сыграть сам в третий Nexus. У него Nexus-то позже, блин, чем у оппонента своего. Ну все, теперь вот с этим танком уже я даже смысла врыва делать не вижу. То есть грыды позже, все позже. Но если такие билды делаешь, надо нормальный урон наносить. Если не убил полностью, то хотя бы экономику потрепал, там, я не знаю. ЦЦ-ху пытаться подрезать одну, там, я не знаю. Прогнать тирана наверх. В итоге Innovation спустился. Ну, конечно, у Hellraiser рабочих-то побольше, но меня беспокоит, на самом деле, ситуация с апгрейдами и в целом макро-ситуация. Так. Здесь стоит Hellraiser, пасет, в общем-то, выход Innovation. Сейчас еще гид перспективными потеряет. Ну, туретку на сталкер разменивать. Так себе идея, я бы сказал. Полетела ЦЦ-ха. Все больше и больше сталкеров у Hellraiser. Четвертый Nexus, все правильно, Nexus четвертый нужен. Но нужно какими-то технологиями подкреплять здесь. Вот смотрите, как грейды Innovation штампуют. Просто вообще жесть. Работают две армори как бы все время. Только 1-1 или сразу 2-2. Здесь Hellraiser пробустил, фаржу одну пробустил. В итоге еще и грейды в разное время. Вот это вот кидать так два буста. Почему? Два доделались, два заказал. Так один доделывается, один заказываешь. Этому еще доделаться там 10 секунд надо. То есть надо контролить здесь это все. Две призмы что-то, блин. Ух, одна на мейн, одна туда. Здесь можно, кстати, облететь. Но здесь циклоны есть, которые контролят. Они моментально ее заберут. Hellraiser какую-то атаку готовит очевидную, да? Зилки на чаше, сверху со сталкерами. Снизу со сталкерами. Зилки идут, надо сталкерами агрессивно блинкнуться в танке. Что ж ты делаешь-то, Hellraiser? Как долго он соображал, что надо блинкнуться агрессивно в танке. Хеллбаты подрешали в плане оборон. Ну, кстати, танчик пробил, смотрите-ка. Вообще все пробил. Надо с циклонами биться так. А зилки циклонов неплохо прессуют. Циклонов бонуса нет, но сталкеров не подождал. Hellraiser не стреляет под эпохом. Он не идет наверх, это полный провал вообще сейчас, то, что Hellraiser делает. Он мог убить Innovation, и в этой ситуации он мог убить. Нужно просто было сейчас грамотно сконтролить, сталкерами подойти к танкам, наконец-таки, и попытаться пробить. Зилки есть, зилков, правда, не очень достаточно здесь. Но здесь всего три танка, с другой стороны. Сейчас еще до варп-зилотов сделать, либо на мейн пролететь, попытаться по самому-самому верху. Здесь обойти ко второй можно, да, и здесь гейт есть. Можешь сюда варпить, куда хочешь, туда и варпай просто юнитов. Hellraiser пока не спешит вперед идти. Так, плюс два дарка, плюс четыре дарка, два архона. Танков 5 уже здесь, понимаете, сейчас 2-2 уже грейды подъедут. На мейн забоялся почему-то лететь, не понимаю почему. Можно зайти между второй и третьей базой, не видит Hellraiser, нет вижена здесь, он не видит, что сюда можно зайти. Не понимает. В лоб атаковать вот сюда, это самая, в общем-то, защищенная Innovation точка получается, да? В обороне, куда атаковать Hellraiser собирается. Но не факт, что он туда пойдет сейчас. Он пока вообще никуда не идет. Ну, четвертую ЦЦ-ху подловить. У него же есть третья у самого. Правда, вот Hellraiser предпочитает сейчас стиль без газовой. То есть у него третья, четвертая чисто минералы качают. То есть это определенно агрессивный билд. По-другому здесь и быть не может. Иначе бы он добавлял газ. Сталкеры подблинкиваются. Сплэш пытается Hellraiser минимизировать. Сплэш вроде как минимизировал, но юнитов не хватает опять. Или хватает. Прям сюда до варп, в атаку. Hellraiser, так, сталкер не может пробить, надо уйти, призма отсюда.
Товар будет. Здесь стоят юниты. Че Hellraiser творит-то? Юнит. И научный прирост пришел. Опять агрессивная блинка. Опять попытка выбить танк. Танк выбил. Все слил. 78-102 по лимиту. Гейт там ничего не дает. Короче, на Hellraiser здесь технологии вообще не имеет никаких. И не хватает, я считаю, в контроле не хватает Hellraiser в этих атаках. Если бы он более четко призму подводил, варпал бы юнитов ближе, фокусил бы ключевых юнитов. Сталкерами, блин, пораньше бы архонов имел. То есть здесь газа не было очень долго. В этих атаках могло быть не 2 архона, а 3, 4, 5 архонов. И здесь нет ни импы, ничего такого, что чем тиран очень быстро архонов может сбрить. У танков хеллбатов бонуса нет по архонам. Напротив, у архона бонус по хеллбатам есть. Но их не было. А зилоты это мясо вообще просто. Забань Катю Хрусталёву. Ну хоть это и какой-то и олень. Доди стиль. Вот, ну, какой-то смурф. Ну ты-то сам там оскорбляешь, поэтому. Пока ладно, посмотрю на вас. Выпилю чуть позже вас всех. Немножечко. Посидите пока по... покукарекайте все вместе. По чуть-чуть. Так. Третья атака доделась. 3-1. Здесь гриды. Броню у Hellraiser не сделал. Третью почему-то. Все, Innovation четвертую занял. Это что значит? У Innovation будет 200. Да, Hellraiser тоже в 200. Изи может выйти, что называется. Здесь лимита. Ну вот начинается вот катание. Стационарная оборона вообще никакой нет. Я не знаю, ну... У одной-то фотонки можно хоть поставить. Даже в таких ситуациях. Не, ну, конечно, капуш играл, там нет желания лишние минералы тратить. Ну, видите, 12 пробок уже, минус скан на мейн. Здесь видят все Innovation прекрасно, что здесь не, тоже никакой стационарной обороны нет. Все технологии прекрасно видят. По лимиту отставание очень большое вообще. М низкий. Ну, 237, я бы не сказал, что это низкий, я, по-моему, на вышло 265, ну. Зилки, блин, сталкеры, да, но голые, понимаете, здесь одни голые зилки играли роль танковки против всего этого. Должны быть архоны в этом миксе. Тем более, что были все возможности. Что мешало Hellraiser добавить плюс 12 рабочих, просто и 2 газа здесь раскачать. Просто если бы он с раскачанными газами играл, в чем выгоднее такой пуш, например, против тирана? Да он, может быть, таймингом на минутку позже будет, да, там, пока ты готовишь все это, пока варпаешь. Но, с другой стороны, ты, если видишь, что тебе не пробить, ты можешь просто перейти в харас, где-то ходить, сбоку подрезать, и просто спокойно стать пятый Нексус, там, шестой Нексус, старгейты, там, в кибернетке Грей, здесь подряд все делается, гейтов там просто немерено строишь, как бы. И даже не надо в лоб будет драться с тирана, потом, когда у него 200 будет, просто жди его все время... ну, то есть на размен подлавливай, заставляй размениваться идти, он к тебе, ты к нему, ты базы конь сюда там выносишь как можно дальше, как бы, и все. Мама пришла, погоди секунду. Месторождение минералов... Не мама пришла, сейчас. К бою готово. Улучшение завершено. Так, опять Саня там ему. Листеновый гейзер. Прилетел. Смотрите-ка, Hellraiser опять 176 построил. Не надо... Ой, опять налом на 200 тирана. Куда ж ты, братюня, лезешь-то на 200 тирана? Ну, в этот раз архонов прям немерено. Вот что архоны значат. А прикиньте, их побольше тогда бы было. Но тирана настолько много. У него 3-3 грейды, что он просто в хлам разваливает здесь Hellraiser атаку. Причем Hellraiser, самое интересное, проатаковал даже 200 не имеет. То есть он сейчас проатаковал где-то на 180 с небольшим. Вот, но зачем вообще, вот у меня вопрос, зачем вообще лезть на этого тирана было сейчас? Hellraiser надо посмотреть реплей и понять, что сидит и просто там, пусть он вперед выходит.
Зачем тирана разложенного просто пытаться убить? Ну пошел он на тебя, пойди ты ему базу снеси. Он тебе убьет, как бы ты раньше успеешь вернуться. В любом случае, убил ему пару баз самых новых. На Некус телепортнулся, бой принял вообще. Немножечко не хватило Hellraiser. Ну молодец, на самом деле, с Зестом на уровне играет, с Innovation. Это похвально. Жаль, но что поделаешь? Ничего тут не поделаешь, ребята. Ну что, Rock Innovation? А, Rock Hellraiser у нас будет сейчас. Точно, еще ж Rock Hellraiser у нас. Вот так вот. А только потом Innovation Rock. Сейчас подчеркают пацаны быстренько. На уровне сына благодаря чему? А благодаря Зестам на уровне благодаря чему у нас Hellraiser интересно. Так, ребят, сейчас я быстренько позвоню еще раз. Тут что-то, блин, трубку никто не берет. Мне надо звониться.
Так, ну что, братюнчики? Что-то черкают 1500 лет Hellraiser с рогом. Я не понимаю, почему так происходит. Это все долго. Но пока черкают. Так, оп, секундочку. Пока на хоз закажу, поговорю. Ну что, Hellraiser Rogue долго-долго черкали, но все-таки дочеркали, и вот сейчас начало будет у нас игры. Hellraiser против Рога. Понятно, кто фаворит. Конечно же, Рог здесь фаворит. Потому что против. Против зергов вроде как, ну, уродцам ничего особо не появилось сверх такого мощного. Но, с другой стороны, сталкеры и против зергов неплохо решают. Зест уже точно первое место здесь занял в этой группе. А все остальные проиграли, ему получается. То есть Hellraiser у нас 2-4 идет. Если он сейчас выиграет, например, Рога, он сможет 2-0, 4-4 пойти, но у него 1-2 будет. А у Рога тогда, ну, короче говоря, здесь уже от Hellraiser в любом случае ничего не зависит. То есть, Вов 4. Мелко поддержал ваш канал на 50 рублей, сообщает. Один. Один, что один? Короче, в общем-то, ребят... Можно точно сказать, что может получиться такая ситуация, когда там какие-нибудь
Даже переигровки могут быть, но я думаю, что это маловероятный расклад вообще. Нет, теоретически Hellraiser может пройти, конечно. Но там надо, чтобы у трех человек 1-2 по матчам было. И тогда у него будет шанс. То есть ему, ну, понятно, что ему надо выиграть Рога для этого. Потому что 0-3 пройти, ну, я не знаю. С 0-3 не пройти, скорее всего. Не скорее всего, точно не пройти. Семнадцатая хата, Газпул, Рок. У Hellraiser стандартно, в общем-то. Пилон, Гейт, Газ, Нексус, Кибернетику. Все в стенке снизу вообще. Короче, ладно, все, последнее предупреждение. Хотя надо до конца стрима. Сегодня слишком активности много. Я даже подумал, что не отвлекаться. Вот, спасибо всем за поддержку. Помните про поддержос, естественно. Новый месяц у нас наступил. Декабрь он называется. С чем вас поздравляю. Зима началась. Вот. Завтра будет группа D. Тут Гла играет в группе D. В данном турнире. Кстати, завтра еще первая квалификация на ГГ года, помните? Ну, там Magic начнет стримить, я начну стримить для этого турнира. Я не знаю, может быть, я вообще на квалификацию ГГ года не успею. Вот, поэтому хз, что там будет в итоге. Вообще интересно мне было посмотреть. Ну, конечно же, впилили так, что никто не посмотрел, когда там и что будет. Ну пусть, ладно, будет как будет, сейчас уже переносить смысла нет, никто не будет ничего переносить. Интересный билд у Hellraiser, ребят, это Charge All In. Что голову дало сейчас просто. Как-то, блин, прямо аж закружилась голова, ни с того ни с сего. Бывает. Шесть гейтов. Рок проверит. Рок очень быстро обнаружил. Фотолимер активировал премиум. Спасибо, Фотолимер. Да, 8 гейтов. Чарш улын, ребят. Сняты рабочие все с газа. И по рабочим, снятым с газа, понятно, что это зелки. Кстати, Рок предпочитает отбиваться не роучами здесь, а беллингами. Ну, вообще, роучи зелки зачастую продавливают. Но, с другой стороны... Грамотный сплит против Бэйнов тоже может зайти, но будет ли этот грамотный сплит, во-первых, вопрос возникает этот, у Hellraiser будет ли этот сплит. И насколько Рок грамотно с этим делом справится, как он бейлингов применять будет. Так, овера-то можно и увести на самом деле, зачем его отдавать, отдаст Рок овера. Нет, Hellraiser не стал его убивать, что за бред вообще происходит. Так, зилки пошли, 11 бейнов, но второй зилотов много, реально 12 штук. Плетки ставятся на каждой базе, собак Рок строит. Куда собаки до бейлингов-то врываются, я чуть не понимаю. Hellraiser начинает сплититься, я бы не сказал, что сплит прям царский. Ну, хотя, да нет, хороший сплит у Hellraiser такой. Ну, бейнов хватило, чтобы всех зилков выбить, но есть доварпить. И доварпливается много, 8 зилотов за раз. А бейнов у Рога пока больше нет. Но здесь пробки страдают. На мейн привез овер собак. 8 штук, уже минус. Можно сталкера сбрить в легкую просто. Дома вроде как с бейнингами Рог справляется с обороной. Или нет? Но зелков все больше и не больше и больше. Эта пачка погибла. И уже даже на полный варп не хватает. Вот что я хотел сказать. Наоборот, меньше и меньше варпится. Есть зелков, плетка есть, короче, пробок 10 минус, 22-35. Если пробок не потерял, может, Hellraiser, может, что-то и вышло бы. Вообще, конечно, сплит здесь был неплохой с его стороны. Очень даже неплохой, но зарешал контрдроп. Да, хат не пробрил, ГГ пишет Hellraiser, но тут действительно ГГ. Все не унимается, что-то тоже
Вторую карту ждем Hellraiser Рога, ребят. Ну что, 1-0 Рог повел, ребят. Возьмет ли вопрос с Hellraiser у Рога карту? Если возьмет, считаю, что неплохо он отыграл. У Рога, у Innovation и у Zest'а взяться по карте, это уже, можно сказать, достойно. Конечно, надо ставить более себе цели, амбициозные. И карту взять, ну, это нормально, как бы это... Задача выполнимая, в принципе, для такого игрока, как Hellraiser, но... По крайней мере, не отлетел к вам всем. С Innovation обидно. Мог втащить, мех играет. Он там, как бы, ну, немножечко не хватило, по-моему, даже собранности, мне кажется, и уверенности в себе, потому что все-таки именем своим Innovation задавил Hellraiser. Ну и после вот этого матча останется один у нас единственный, это... это Innovation против Рога. Возможно, мы там мех ТВЗ увидим. Ну и посмотрите, что здесь творится, ребят. У Рога третья хата была до готовности пула. Самое интересное здесь что? И он не спешит строить королев, он строит чисто собак сейчас. То есть, возможно, мы увидим сейчас самое, что ни на есть, сгрызалити настоящее. И да, смотрите-ка, все здесь к сгрызалити готовится. Все абсолютно. Сталкера делает здесь Hellraiser. Овер подлетает, сейчас он здесь где-то морфится или здесь. Собаки сюда уже подбегают, то есть отсюда 8 лингов сюда прибежит. И вот сюда будет просто гигантское дотекание собак, что называется. Не дотекание, да, просто волна ударит во вторую базу. Оверморфится, сталкер не контролит. Вот сталкер на мейн вообще побежал, да? Да. Кстати, еще скорость лингом не готова, не спеши, Рок. Куда-то Рок спешит там сильно очень. Увидел, что Hellraiser увидел, отлетел чуть назад. Ну а сейчас просто на вторую, смотрите, здесь делок-то криво стоит на самом деле, на второй базе. Рок это видит прекрасно, все, скорость готова.
А что на зилка вот этого убревать? А нету перезарядки. Ой-ой-ой, Hellraiser, что же ты творишь? Зилок стоит таким образом, что он даже не блочил рамку. Собаки забежали, ГГ 2-0 Рог, ребята. Не получилось Hellraiser у Рога карту взять. Ну и идем на Корею, на Вейшен Рог у нас последний матч будет сейчас. Это очевидно, что на Корее будет, да? Ну что, ждем, пока почеркают картишки, пацаны. Так, что-то долго они соображают, конечно. Здоров, Китер. Так, все, как-то резко почеркали, после того, как вообще не черкали ничего. Innovation, у них Innovation Su и еще Dark, по-моему, получили команду на BlizzCon, на время проведения BlizzCon. Ну да, остались ли они в этой команде или нет.
Ну что, ребята, Innovation Rock погнали у нас. Только на BlizzCon поддержки, значит, нету Innovation команды теперь. Ну, за BlizzCon им заплатили бабла, что они в команде были. Ну что, ребят. Ну, кстати, я уже... Так, мама пришла, секунду. Ларёк там этот, с армяном. Так. Ну что, два мула на мейне у Innovation, но всё пока стандартно. Абсолютно будет мех или био играть, непонятно. Вижу лабу на бараке, но она под старпор делается гелики. Гелики строят, кстати, что? А что Innovation? Погодите. Интересный какой-то билд у Innovation. Он играл и без Марика, и без Рипера, вообще без каких-то био-юнитов. То есть сразу гелик вообще. Так, ну рок стабильно развивается, ребят. Про лимиту, правда, уже немножечко просел. Так, 6 геликов. Банши от 2 циклона делаются. Армори, правда, нету, только сейчас оно заказано. То есть пока что хелбатов не может Innovation натрансформировать. И, естественно, поэтому он пока... Я не вижу смысла тут даже с королевом перестреливаться-то особого. Летают оверы со скоростью, дрончики пришли. Лингов строят рок, бейлинг нас готов. Сейчас просто надо бейнов заморфить перед уровнем хелбатов попытаться. Вот тут и циклоны пошли. И собак достаточно иметь, то будет все в порядке, по-моему. Не видел, как Innovation третью закал. Интересная позиция для третьей. Ну, частенько тираны здесь ее делают. С другой стороны. Есть 4 бейлинга у рога. Этого, с одной стороны, это немного, с другой стороны... Если без сплит там Innovation будет драться, то даже 4 беллинга могут нормально ворваться. Так, залетает банша, и вот печаль-то где? Печаль здесь пришла неожиданно, нет уверсира вовремя, заморфина у рога, это очень плохо. Но королевы 3 живут, беллингов достаточно вполне. Хотя не, нифига беллингов не сдаст. Не понял, как это вообще произошло. Урок дает. Ну вот все, потому что уверсира вовремя не было. На самом деле это привело к таким печальным последствиям, что мы видим сейчас. Но рок отобьется в любом здесь раскладе, я вижу это.
собаки сгрызают геликов колбатов. Но 5 дронов потеряно, во-первых. Добычи здесь не было, естественно, потому что не катались все до того, как погибли еще. Ну и вообще в плюс, по-моему, да, и на выше плюс разменялся здесь много. Еще зарк, 4 королевы, куда там вообще? Крипа мало очень. Ну, уже зато гидре скоро сделается, но 10-3 цеха уже добывается. Не, ну хорошее начало для тирана, очень хорошее. Крипрок вперед начинает тянуть. Эволюшн делается. О, здесь уже атаку и на вышну будет. На 20 аж он лимитов. Плюс и жесть, как он. Ну, не надо. В общем, нельзя позволять хилбатам и циклонам вообще какой-либо урон наносить себе-то. Иначе будет такая ситуация, как сейчас мы наблюдаем. А ситуация крайне для зерга печальная. Еще рок и здесь криптумор, ё-моё, не отменяет. Все теряет, блин. Ай. Где-то сплошная печаль. Два дрона где-то. О, банша тут на второй. Спорок нет. Видел баншу, только на мейне спорку заказал. Рок два дрона. Еще и здесь потерялось. Покатались они плюс к этому. Ну, 7 гидралов заказано. Ну, это очень поздние гидралы. Здесь чемодан Харас пришел, два Тора прилетели. Что, Innovation действительно поставился целью убить прямо Лэйр. Лэйр бы он, конечно, навряд ли бы сбрил. Кстати, вот если сейчас сюда ворвались гелики, я думаю, Рок бы мог смело ГГ писать. При этом всем Рок играет милишные грейды. Интересно. Очень интересно. Вперед, гелигет, синее пламя, Бэйна без покату. Ууу, нет, тут просто ножок. Инновейшн прям нереально как-то ножок. Пошел выход. 160-133, еще 30 слингов. Какие милишные грейды вообще? Что Рок делает вообще? Мне можешь кто-нибудь объяснить вообще? И зачем он это делает? Он же прекрасно уже понимает давным-давно, что это мех. Но это 1-0 Innovation. Здесь я уже на 90% уверен. 99%, потому что ну здесь нереально как-то отбиться зергу. Хотя 12 гидралисков, бейнов 26 штук. Без покатушек. Без покатушек! Ты ч... Все, ГГ, кончинов просто полный. Что Рок творит вообще? Покатушки забыл, все забыл нафиг. Играет через милишную, ну ладно, в принципе, через ульту сейчас играют, я видел там. Намшар играл с кем-то, куча группы неплохо. Даже без покатушек Бэйна неплохо, что самое интересное, зашли. Были покатушки, ну хз, эти юниты покатушки дэм же не прибавляют, но они бы докатилось бы больше, это факт. Хватило или нет? Думаю, что даже с покатушками могло бы не хватить, но было бы лучше. 1-0 Innovation.
Ну что, ребят, вторая карта Innovation Rock у нас. Карта Катализатор, 17-я хата Газпурок. Здесь Газбарак, Риперов, ЦЦ-шечку, Факторку Innovation, тоже стандартный фактический билд. Вот. Кстати, пильну-ка я рекламку, ребят. Помните про отблоки, помните про поддержку. Премиум подписывайте, поддерживайте меня и мой канал. У нас, соответственно, третий день этого турнира, третья группа, завтра четвертая группа D была играть. Завтра, кстати, первая отборочная на ГГ года, помните об этом, приходите обязательно участвовать, все, кто игроки, потому что иначе европейцы вытеснят, четвертая квалификация чисто для СНГ будет, вот. Ну и участвуйте в ГГ года, конечно. Ну и приходите завтра смотреть группу D. Я постараюсь и то, и то как-то застримить. Но, скорее всего, наверное, там одновременно все примерно кончится, как бы завтра. Поэтому вот так вот. Но не проконсультировались мы, что там какие даты и что делать, я не проконтролил. И в итоге, ну, переносить смысла не вижу никакого, так как совпадает это все дело. У Блайт, получается, на первых квалях не сможет играть. Вот в чем печаль, кстати говоря. Не слабо так, Innovation, похоже на 2-0. Не, рок, конечно, не сдастся еще, но как, опять, как кончено этот рок играть? Что он вообще делает? Просто я не понимаю. Ну как так можно играть-то вообще, не понимаю. Вообще нет юнитов боевых, никаких вообще. Приехал Innovation, взёк все к херчам собачьим, просто сжёг. 14 лингов, 3 роучи. Что они сделают? Ответ очевиден, ничего. Уж банша тут мимо летит уже. Здесь 2 циклона стоит. 15 дронов потеряно. Сейчас ГГ Рок напишет, это очевидный момент. Сейчас просто я не знаю, что ему там делать. Викинг возвращается. Банша на мейн тут нету. Да. Вообще ужасно, просто ужасно Рок сыграл. Хеллрейзер частизами какими-то убился. На Вейшном просто ужасно сыграл. Ну а что делать? Делать нечего. Что тут ходишь? Манок. Все, минус банша наконец. 35-45 по рабочему. Рок еще, я смотрю, в макро пытается перейти. Не, ГГ не пишет, смотрю, еще и по рабочим нагнать может сейчас, в принципе, да? Там реводжеры какие-то делают. Ну, банша продолжает карасить. Остановить ее не вариант, как бы без оверсира. Вот только сейчас он прилетает. Рок спорки вынужден заказать, хотя ему очень не хочется тратить рабочих на спорки, так как у него и так их очень мало. А на второй базе спорок нет, то, блин, как просто Innovation Rock, как... Какого-то мертвеца сейчас разводят вообще. Хорошо, что Innovation на мейн полетел и не проверил вторую. Здесь-то хоть пушка сейчас доделается.
Хелбата, циклоны, ванша, здесь пуш идет. Перекапывают сколько? Нет, здесь есть вариант урога отбиться свои, там криптумеры, правда, убивают. Но на второй базе спорки нет, вот, пожалуйста. Пожалел ресурсов. Проиграл из-за отсутствия спорки практически. Ну, хотя здесь он и без спорки-то проиграл до этого еще рог. Я не знаю, что Зер хочет сделать в такой игре, если он предыдущий затерпел вообще. Если КВ ставил 2, получается, выигрывал квартиры, если... Ну, если какой цент? Может быть, квартира плюс коробка, например, от телека тебе, ну, вот, выиграется. А может, просто коробку от телека выиграешь, если проиграешь. Как-то так. Всякое может быть. Смешного тут ничего нет, на самом деле. 78-124, Рок все еще что-то хочет в этой игре, я не знаю, правда, чего он именно хочет здесь делать. Ну, вот сейчас Иновыч, по-моему, вот этот выход сделает и развалит все. Так, ну даже выше, больше 100 лимита у Рога сейчас стало, смотрите. Короче, со всех сторон что-то и на выше на Рога нападает. Здесь колбаты, банжеты, клон танки. Отбивать нечем абсолютно. На мейне там два тора летают, тоже нагреют. Крип убивает, все убивает вообще. Так, ну на мэне-то там справится, конечно, с этими турами рок, а здесь не справится, здесь ГГ. Два ноль. Ну что, ребят, данная запись... Так, погодите-ка. А вчерашняя-то, кстати, выложена. Знаете что, давайте-ка вы сейчас сплюсаните мне вчерашнюю запись. Сейчас я стоп-старт сделаю. Вот без задержки вернусь. Ждите, пока запись буду выкладывать. Я расскажу, что завтра будет.